Сэмми, что случилось? Сью, тут точно что-то не так! Выброси это скорее! Сэмми, это просто натуральная маска для лица. Кстати, очень эффективная. И вонючая. Ну да, не все на свете приятно пахнет. Я знаю пару игрушек, которые и выглядят отлично, и пахнут просто супер. Ты меня заинтриговал. Пойдем. Привет, ребята! Сегодняшняя распаковка станет сюрпризом не только для вас, но и для меня. Сью, ты готова? Они идут! Ох, я даже волнуюсь. Веди их сюда. Нет, нет, нет. Сначала закрой глаза. Ладно. Я уверен, тебе понравится. Ой! Так, что-то явно пошло не по плану. Произошла небольшая накладка. Сью, ты можешь это исправить? Конечно, один момент. Так-то лучше. Посмотрим, что тут у нас. Это коллекция Пупсик Юти Юникорнс. Сюрприз! Все задумывалось немного не так, но я правда старался. Ничего страшного, Сэмми, все супер! Я так мечтала о них! Хочу побольше узнать об этой серии. Можно собрать 6 игрушек. И сегодня мы распакуем их все! Я так волнуюсь! Кажется, можно сделать им разные прически. Это твоя задача, Сэмми. А еще у каждой игрушки свой аромат. Сью, я чую столько вкусного! И мармеладных мишек, и именинный торт, и многое другое! Сэм, тебе это точно понравится. Каждый единорог представляет какую-то эмоцию. Какой ты сегодня? А, я горжусь собой, ведь тебе понравился мой сюрприз. Есть тут такое? Что ж, начнем с Пенелопы Праут. Ее девиз «Горжусь, что я такая волшебная». Это то, что нужно. Давай открывать. Конечно, Сэмми. Мы только начали, а я уже чувствую себя более уверенно. Кажется, она положительно на меня влияет. А вот и она! Ты такая красивая маленькая единорожка! Ей так подходит ее имя! Какая розовенькая! Да, но есть фиолетовый и белый оттенки! Ресницы просто потрясающие! Совсем как настоящие! Мне так нравится ее блестящий золотой рог! Сью, мне бы такой пошел! Тебе все идет, Сэмми! Посмотри на эти золотые подковы и малюсенькие звездочки на копытах! Давай ее понюхаем! Кажется, жвачка. Сью, она меня загипнотизировала. Сэмми, проснись. Мы только начали распаковку. Ты посмотри в ее глаза. Они как маленькие вселенные. О боже, похоже, ты влюбился, Сэмми. Она точно волшебная. Вот это крылышки. Сью, они точь-в-точь, как у кристальной бабочки. Какая красота! Но ни у одной бабочки нет таких прекрасных волос. Их можно расчесать вот этим гребешком. Гляди, по цвету он сочетается с розовым Пенелопой Праут. Сэмми, опробуешь на ней свои парикмахерские навыки? Сью, может, не в этот раз. Она и так идеальна. Хорошо, давай перейдем к следующей единорожке. Ну что, Сэмми, как ты сейчас? Кажется, поняла. Добро пожаловать, Гиги-Гигглз. Сью, откуда ты узнала, что я хочу распаковать именно ее? Она будто пытается прикрыть мордочку, пока хихикает. Как мило. Эту непослушную челку надо расчесать. Она в твоем распоряжении, Сэмми. Я тебе доверяю. Ребята, вы заметили, что у каждой единорожки своя прическа? Да, у Гиги Гигглз идеальный хвостик. Готово! Ого, так-то лучше! А чем она пахнет? О, конфетки! Посмотрим, какой у нее девиз. Опс, я снова это сделала. Рассмешила всех единорогов. Сью, а ты знала, что можно выдавить карточки? Правда? Попробуем. Вау, совсем как коллекционные карточки. Достанем карточку Пенелопы Праут. Сью, я нашел твою родственную душу. Гляди. О, ее тоже зовут Сьюзи. И она такая улыбашка. Просто она всегда смотрит на позитивную сторону радуги. Давайте рассмотрим ее повнимательнее. Ого, у нее тоже хвостик.
Сью, я тоже жажду комплиментов. Зацени мою прическу. Сэмми, ты лучше всех. Никто с этим не спорит. Но она намного симпатичнее. Особенно эти очаровательные ушки. Каждый прекрасен по-своему. Вы согласны, ребята? Ставьте палец вверх. Она пахнет ананасами. Я их обожаю. Сью, а хочешь секрет расскажу? Конечно, мы внимательно слушаем. Сьюзи Саншайн редкая единорожка, так что нам с ней повезло. Вау, как здорово! Самое время распаковать следующую единорожку. В этот раз ты выбираешь Сью. Я думаю, сейчас мы посмотрим на Джену Джиттерс. Она такая нерешительная. Давай ее подбодрим. Джена Джиттерс, ты красотка! О, мне так нравятся ее мятные волосы. Проверим, чем она пахнет. Это что-то сладенькое и очень вкусное. Сью, я бы хотел поменять эту карточку на карточку Джены Джиттерс. Похоже, кое-кому она очень понравилась. Эй, видишь этот значок? Это значит, она светится в темноте. Святые пироженки! Это же настоящая суперсила! Давай сначала откроем всех ее друзей-единорожек. Так она будет меньше нервничать. Раздели меня, Чеддер, осталось всего двое. Не хочу, чтобы все заканчивалось. Не грусти, Сэмми, самое лучшее еще впереди. Продолжаем. Сэмми, твоя очередь выбирать единорога. Ладно, тут всего одна коробочка, что такое? А вот и вторая. Она просто предпочитает быть подальше от эпицентра событий. Давай ее распакуем. Хочу познакомиться с этой скромной единорожкой. Итак, ребята, а вот и она. Пожалуйста, поприветствуйте Шеннон Шай. Ой, это вторая единорожка с крыльями. Правда? Пенелопа Праут, смотри, у тебя появилась сестра по крылышкам. Но форма крыльев другая. Эти больше похожи на драконьи. Нежно-фиолетовые, как здорово. Сью, а тебе какие больше нравятся? Даже не знаю, Сэмми, но цвет отлично сочетается с ее волосами. Ого, у нее даже фиолетовые прядки есть. Красота! Пахнет так приятно! Ребята, попробуйте угадать, чем? И у нее тоже есть гребешок, в этот раз серебряный. Сью, Фифи Фразлд ждет, когда мы ее откроем. Мне кажется, она у нас та еще проказница. Я доверяю твоей интуиции, Сэмми. Думаю, вы с ней похожи. Эй, это только на 98% правда. Я не плююсь радугой. Сэмми, ты просто очаровашка. И она тоже, только посмотрите на ее милый хвостик. Вау, какая блестящая радуга. Я тоже такую хочу. Не вытаскивается. Кажется, кое-кто не хочет ее отпускать. Проверим, чем пахнет. Как приятно. Ребята, вам точно стоит попробовать. Фифи Фразлд, хоть ты и не делишься радугой, я все равно как следует расчешу тебе волосы. Сэмми, только аккуратно, не сломай сережки. По-моему, она одна их носит, да? Она очень необычная. Да, я ее просто обожаю, от фиолетовых волос до серебряных копыт. Сью, мы тут еще кое-что пропустили, вот. Интересно, кажется, можно составить письмо, если заполнить пропуски. Посмотрим, как дела, единорожка? Я Сьюзи. Понятное дело, ты же тоже Сьюзи. Какой ты проницательный, Сэмми. Может, подскажешь, как мы себя чувствуем? Ой, я думаю, розово. Напиши это. Готово. И из-за этого я... Тут надо написать эмоцию. Я напишу «улыбаюсь». А тут надо что-то вроде «не потеряла штаны». Не забудь рассказать мне эту историю! Ладно, Сэмми, другая милая единорожка. Фифи, конечно! Сью, ты выбираешь своих любимчиков! Давай следующее слово я придумаю! Посмотрим! И теперь мы лучшие подружки! Спорим, и твои подружки будут... Знаю! Есть радужные торты! Я точно в этом уверен! Думаю, это больше тебе подходит, Сэмми! Так, следующее слово... Пусть будет невероятно! Ага, а потом мы пойдем гулять и есть. Знаю, еще больше тортов. Какой ты сладкоежка. Так, и последнее. Ну все, мы наконец-то закончили письмо. Звучит? Потрясающе. Ребята, вы можете поставить видео на паузу и прочитать историю полностью. А потом мы еще раз посмотрим на наши игрушки.
кажется, ты испытал все эмоции сразу. Сью, я просто хочу быть таким же выразительным, как наши единороги. Это правда. Они отлично демонстрируют эмоции. И они такие очаровательные. И пахнут приятно. Ребята, мы собрали всю радугу. Вам понравилась наша распаковка? Поддержите нас лайками и подпиской на канал. Мы вас обожаем, ребята. Пока-пока.